Привет, друзья! С вами Фирсов Вячеслав, и показываю вам наш новый подарок. Один мой хороший друг, Иван, подарил нам вот такую замечательную светодиодную лампочку. Это не с Алиэкспресса, это из российского магазина. Лампочка интересна тем, что она нового поколения. У нее вот такие гибкие светодиоды в виде палочек. И диаграмма излучения у нее на 360 градусов, то есть в круговую полностью. Итак, что тут интересного? Лампочка меня заинтересовала тем, что она теплого освещения. То есть нам как раз не нравится холодный свет лампочек светодиодных, поэтому мы решили попробовать сделать домашнее освещение на вот такой, да, 2700 Кельвин температуре. Ну, все остальное тут ля-ля-ля. Кому интересно, тот найдет. Фирма называется вот так вот, Jazz Way. Путь джаза. Итак, что же у нас джазового? 6 ватт. А была еще на 8 ватт, но ее в наличии не было. Вот эта лампочка стоит 220 рублей. Кому интересно. Может, она, конечно, в Китае стоит дешевле, хотя не факт. То есть сейчас уже можно покупать у нас в России в обычных магазинах с гарантией, со всеми делами. Ну, такая вот интересная лампочка. Там внутри видно дроссель. Вернее, не дроссель, а как сейчас модно называть, драйвер. Я вижу там трансформатор, два конденсатора, ну, наверное, еще что-то. Разбирать я, конечно, ее не буду. Знаю, что видел вот такие вот палочные светодиоды отдельно продают. Так и не понял, как они там. Ну, похоже, что на каждой палке два излучателя, судя по точкам, которые внутри. А палка это из пластика отлитая. А как бы рассеиватель, который рассеивает свет от светодиодов и делает его желтым. Вот. Кстати, мне ребята рассказывали, которые занимаются светодиодами. В Новосибирске есть фирма, которая изготавливает светодиодные светильники. А также она сами светодиоды, по-моему, тоже делает. Они говорят, что цветовая температура светодиодов зависит не от самого светодиода, а от вот этого вот состава, вот этого пластика, которым заливается светодиод. Даже цвет зеленый, там, красный, синий, белый, желтый получается всего лишь вот этим пластиком, который заливается. Ну, грубо говоря, эпоксидная смола. Вот такие дела. Эта лампочка нам понравилась. Она светит желтым цветом. Я сниму и приложу к этому в конце этого ролика видео, как она светит в сравнении с обыкновенной лампой накаливания. Ну ладно, всем пока. До новых встреч в эфире. С вами был Фирсов Вячеслав. Всем счастья, любви и удачи в новом году. Вот так светит эта светодиодная лампочка. Показываю. А вот светит обычная лампочка. Тоже показываю. Еще раз могу показать светодиодную. Практически точно так же. Вот так вот, если сейчас отсюда смотреть, маленько это поголубее, чуть-чуть поголубее. Еще раз. Обычная лампочка.
И светодиодная.